Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале ТУВА-24. С вами я, Ирген Аюн. Коротко о главном. Акционерное общество «Эльбрус Металл» стало партнером федерального проекта «Профессионалитет в Туве». В рамках акции «Автопоезд Победы» из Тувы отправят транспортные средства в зону спецоперации. Проходят генеральные репетиции торжественного открытия «Надома». Правоохранительными органами будет обеспечен строгий контроль за правопорядком в дни проведения «Надома». Глава Тувы Владислав Хавулык провел встречу с генеральным директором акционерного общества «Эльбрус Металл», в ходе которого инвестор подписал соглашение с региональным министерством образования о партнерстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Какие плюсы для жителей республики даст такое сотрудничество, расскажем в следующем материале. Встреча главы Тувы Владислава Хавулыга и директора акционерного общества «Эльбрус Металл» Евгения Балакова стала продолжением сотрудничества в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 5 по 8 июня текущего года. Компания владеет лицензией на разработку тастыкского месторождения в Эрзинском районе сроком на 30 лет. На сегодняшний день предприятие в стадии строительства дороги до месторождения. В третьем квартале этого года мы приступаем к геологоразведочным работам, которые планируем завершить в первом квартале 2025 года. А дальше уже активное строительство в 2025 году, в 2025-2026 и в первом квартале 2027 запуск проекта в эксплуатации. На встрече одной из главных тем обсуждения стал вопрос кадрового обеспечения производства за счет местных специалистов, которых планируют обучать по федеральному проекту «Профессионалитет». По кадрам сегодня мы обсуждали с главой республики. Это один из важных вопросов. Он будет проходить поэтапно. Понятно, что на строительство дороги нужны кадры. Это машинисты грейдеров, водители самосвалов, катков, бульдозерной техники. Если говорить о строительстве, этапа строительства, это электрогазосварщики, монтажники металлоконструкций. После короткого периода строительства непосредственно на добывающем объекте нужны будут горняки и такие специалисты, как водители карьерных самосвалов, машинисты карьерных экскаваторов, машинисты бульдозеров и многие другие. В рамках заключенного ранее соглашения компания обязалась трудоустраивать жителей Тувы, а также оплачивать целевую подготовку кадров для своего предприятия из числа местных жителей. Сделалось подписание соглашения в рамках проекта «Профессионалитет». Что предполагает этот проект? Это подготовка кадров для для этой отрасли и будущего предприятия горно-обогатительного комбината. Этот проект предполагает приобретение, улучшение материально-технической базы техникума, создание лабораторий, мастерских, полигонов, необходимых для подготовки кадров. По проекту в следующем году в республике по аналогии с сельскохозяйственным образовательно-производственным кластером, который работает в регионе с 2023 года, будут открывать новый кластер – горный, на базе Акдавуракского горного техникума. Такой подход даст нашей молодежи современные навыки и гарантии трудоустройства на крупных предприятиях. Инвестор уже это избавит от дефицита кадров и сведет к минимуму необходимость привлекать специалистов из САЯН. Напомним, партнерами проекта «Профессионалитет» по направлению горнодобывающую отрасль в Туве являются такие компании, как «Лунсин», «Тардан Голд», «Твинская горнорудная компания» и ООО «Восток». Они готовы вложить в реализацию проекта более 27 миллионов рублей. На создание образовательно-производственных центров на базе средних профессиональных образований учреждений республики из федерального бюджета будет выделено 200 миллионов рублей. Мергена Юн, Азамат Ачур, телеканал ТУВА-24. На территории Тувы в настоящий момент действует один лесной пожар. Огонь полыхает в 30 километрах от села Суш Пихемского района. Площадь пожара на данный момент составляет 5 гектаров и продолжается активная борьба с огнем. Как отметили в региональном управлении МЧС, угрозы населенному пункту нет. Напомним, с начала пожароопасного сезона всего на землях лесного фонда Тувы зарегистрировано 96 лесных пожаров. Отметим, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Установлен запрет на посещение лесных массивов. В рамках акции «Автопоезд Победы» из Тувы в зону спецоперации отправится очередная партия транспортных средств. Колонна будет состоять из легковых и грузовых автомобилей. К акции присоединились сотрудники радиоцентра, налоговой службы, депутаты, а также представители строительной сферы. Какая техника была передана за весь период и в каком количестве, расскажет Инна Клоян. Смысл акции «Автопоезд Победы» заключается в передаче автомашин на безвозмездной основе. Это транспорт повышенной проходимости с полным приводом для использования военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции. Мы передаем автомобиль, созданный на базе ГАЗ-66, и он высокой проходимости был предназначен у нас на предприятии для работы в тяжелых наших северных и горных условиях. То есть это
мощный дизельный автомобиль. Плюс ко всему он оборудован утепленным кунгом, позволяющий разместить 4 человек, ну, спать автономным агрегатом. Имеет автономное питание. Я думаю, что данный автомобиль очень нужен и подойдет ребятам из мотострелкового штурмового полка, где проходит службу наш соотечественник. К акции присоединились и сотрудники Федеральной налоговой службы, которые не впервые оказывают подобную помощь для наших бойцов. На сегодняшний день мы передаем ключи от легкового автомобиля Ford Focus. Надеемся, что наш автомобиль поможет обеспечить мобильность и эффективность наших военных подразделений. Техническое состояние на сегодняшний день отличное, все готово, то есть готов к бою. В состав автопоезда также входят легковые автомобили, грузовики, которые предназначены для обеспечения оперативной мобильности войск при перевозке личного состава и эвакуации раненых. ГАЗ-66, он предназначен для бойца Ковалева Александра Александровича, работника данной организации. Он тоже служит на передней линии. А «Газель», подготовленный парламентом, для медицинской роты 55-й горной бригады. То есть все машины предназначены для наших бойцов, для выполнения боевой задачи именно на передней линии. Сейчас любая техника нужна, потому что особенно сейчас очень остро стоит у артиллеристов для доставки боекомплектов, снарядов и прочего, и для штурмовиков, которые находятся на самой передней линии. В состав автоколонны войдут и квадроциклы. Генеральный застройщик СЗ УК «Транстрой» передает в помощь нашим солдатам, которые находятся на специальной военной операции, квадроцикл. Всего планируется отправить 4 авто. За все время в зону СВО доставили порядка 150 машин. Кроме того, жители Тувы активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. У нас завершающий этап подготовки к отправке гуманитарного груза. Сбор у нас идет полным ходом. И вот сегодня у нас радостное событие. Мы смогли совместно с компанией «Трансстрой» выполнить адресную заявку бойцов 55-й бригады. Заявка была на квадроцикл именно такой мощности, такого объема. То есть, как мы говорим, марка, модель, да? И это очень важно, потому что ребята должны выполнять боевые задачи. И мы говорим, что такая мототехника, квадроциклы, они сейчас летом очень востребованы. И мы, конечно, благодарим компании, которые откликаются на наш призыв, участвуют в проекте «Народный фронт. Все для победы». Этот квадроцикл мы вместе с другим гуманитарным грузом доставим в конце июля, отправимся в зону СВО и передадим ребятам лично. Поставка техники и гуманитарного груза станет ощутимой поддержкой для наших военнослужащих, обеспечив их всем необходимым для выполнения боевых задач. Инна Клаяна, Айсу Магуш, Буян Магуш, Мирана Иргит, телеканал Тува-24. По информации регионального Миндортранса, в 2024 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» планируется обновление 5 объектов дорожного хозяйства и регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 14 километров, а также 15 автомобильных дорог, входящих в Кызыльскую агломерацию, общей протяженностью порядка 13 километров. Ремонт дорожных участков выполняется также по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Глава республики Владислав Хавылык во время поездки в Кахемский район, где по этой программе ведется ремонт подъезда к селу Узберен, отметил, что программа, сформированная по инициативе президента России, является мощным ресурсом, позволяющим оперативно решать широкий спектр инфраструктурных вопросов для модернизации и улучшения жизни и быта сельчан. В настоящее время по данной программе ведется текущий ремонт подъезда к двум отдаленным селам – Нарын и Узберен. Техническая готовность участков составляет чуть более 30%. На реконструкцию объектов, ремонтируемых в 2024 году, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» выделено более 367 миллионов рублей. Наиболее крупной площадкой, где сегодня ведутся строительно-монтажные работы в рамках нацпроекта, является капитальный ремонт автодороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией. Готовность участка составляет 60%. На участке автодороги Чадан-Акдаурак дорожники укрепили обочину, установили дорожные знаки и сигнальные столбики. Нанесена дорожная разметка. Готовность трассы составляет 100%. Ремонтируется и подъезд к селу Карахак и мостовой переход через реку Бюрен на 52-м километре трассы Сарыксеп-Балгазын. В Кызыле реконструируется 20 участков автотрасс. Ряд улиц
улиц микрорайонов «Правый берег», «Восток», в новых микрорайонах по улице Степана Сарагола, от улицы Олега Саганола до автодороги Кызыл-Эрзин госграница и другие. Обновляются и подъезды к школам. Так, работы ведутся на подъездной дороге строящейся школы номер 18 в микрорайоне Вавилинский и на улице Калинина до школы номер 19. Свыше 300 участников, от мала до велика, почти со всех уголков республики, проводят генеральные репетиции и финальные подготовки к завтрашнему торжественному открытию праздника животноводов. В этом году НАДОМ приурочен к 80-летию добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР. Как идет подготовка и какая программа ожидается на открытии НАДОМа, узнавала наша съемочная группа. Каждый год жители и гости республики с нетерпением ждут НАДОМа – праздника животноводов, который собирает тысячи людей со всех районов Тувы. В этом году мероприятия, которые пройдут с 18 по 20 число, по словам организаторов, обещают быть грандиозными. То же самое можно сказать и про подготовку к ним, которая началась за несколько месяцев до самого праздника. Профессиональные коллективы тоже принимают участие. Это Тувинский национальный театр музыки и танца «Саяны», Тувинский национальный оркестр принимает участие. Ну и вот, как я уже сказала, да, это молодежь со всех Кажунов. Вот хотим особенно их отметить. Это такие организованные, мотивированные дети, подростки с удовольствием репетируют, очень дисциплинированно, ответственно относятся. Отличительной чертой празднования НАДОМа в этом году является то, что он приурочен к 80-летию добровольного вхождения в состав СССР Тувинской Народной Республики. И по словам организаторов, на концерте в честь открытия праздника животноводов можно отчетливо увидеть дух и прочувствовать то, что номера охватили и советское время, и нынешнее. Масштабная программа собрала свыше 300 детей со всех уголков Тувы. Я очень рада участвовать в таком большом празднике. Национальный праздник НАДОМ. Праздник животноводства. Я здесь познакомилась с очень многими людьми, мне это очень понравилось. Для участников торжественного открытия, которые прибыли из других районов республики, были организованы бесплатное проживание, питание и проезд. По словам организаторов, открытие НАДОМа точно запомнится жителям и гостям республики. На протяжении нескольких дней жители и гостей Тувы ждут самые разные мероприятия. Конкурсы на лучшие национальные костюмы, лучшие традиционные жилища кочевников и так далее. И, конечно же, как мы без всеми любимых видов спорта, таких как стрельба из национального лука, конных скачек и национальной борьбы хрещ, которые не смогут оставить зрителей равнодушными. Мерген Аюн, Владимир Сюртюк, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. В дни празднования НАДОМа с 18 по 20 июля в Туве будет обеспечен строгий контроль за порядком и безопасностью. Власти региона принимают все необходимые меры для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности участников и гостей праздника. Меры безопасности включают усиленное патрулирование силами полиции и других правоохранительных органов. Праздник НАДОМ традиционно привлекает большое количество участников и зрителей, поэтому обеспечение безопасности на таких массовых мероприятиях является одной из важных задач местных властей и правоохранительных органов. Так, с 18 по 20 июля будет выставлено свыше 330 сотрудников МВД и более 100 сотрудников Росгвардии. К местам проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан будут приближены все посты, маршруты патрулирования ППС, ДПС и Росгвардии. Кроме этого, содействие в охране общественной безопасности будет оказано 50 народными дружинниками. В целях антитеррористической защищенности, конечно же, во всех местах проведения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий предусмотрен комплекс мер антитеррористической защищенности, в рамках которого каждое место проведения праздничных мероприятий будет обследовано на предмет выявления взрывчатых веществ, взрывных устройств с применением технических средств и служебных собак. Будут усилены досмотровые мероприятия в контрольно-пропускных пунктах с применением арочных и ручных металлодетекторов. Кроме того, на стационарных и передвижных постах ДПС будут усилены меры по досмотру автотранспорта с целью предотвращения провоза взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Также будут внесены изменения в расстановку сил и средств с учетом интенсивности движения автотранспорта и пешеходов на местах проведения мероприятий. Также добавлю, что накануне подготовки и проведения мероприятий в целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений, профилактики корыстно-насильственных преступлений на улицах и в иных общественных местах на территории республики предусмотрено проведение ряда оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий, в рамках которых запланирована отработка жилого сектора, проверка лиц, состоящих на учетах, иностранных граждан, владельцев огнестрельного оружия, зданий, сооружений, подвальных и чердачных помещений.
объектов строительства и деятельности по выявлению нарушений в области незаконной реализации алкогольной продукции. Таким образом, МВД по Республике Тыва готова к обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения народного праздника Наадым. Особое внимание будет уделено водителям. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим, использовать ремни безопасности, избегать управления авто в состоянии алкогольного опьянения. Безопасность на дорогах обеспечат более 110 инспекторов и 43 автопатруля ДПС. С 18 по 20 июля 2024 года личным составом госавтоинспекции МВД по Республике Тыва будет обеспечен безопасность дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий. Личный состав в период Наадыма будет нести службу в усиленном режиме. Основное внимание будет уделяться водителям, находящимся в алкогольном опьянении и не имеющим при себе водительского удостоверения. Напомним, в начале недели на еженедельном аппаратном совещании глава Тувы Владислав Хавалык поставил задачу перед всеми субъектами профилактики держать под контролем предстоящий праздник Наадым. Айдис Валерьевича, МВД по республике, мэрии города Кызыла, в эти дни четко отработать вопросы обеспечения безопасности горожан, участия в праздник мероприятий и гостей нашей республики. Также Орлан Тенегулович, совместно с социальным блоком вам также предстоит напряженную работу. Прошу держать в тонусе все субъекты профилактики. Нельзя из-за праздника ослаблять контроль по этим важным направлениям. Председателям муниципальных образований усилить контроль за семьями, детьми, состоящими на различных профилактических учетах. Министерство внутренних дел обращается к жителям и гостям Тувы с просьбой проявлять повышенную бдительность и осторожность в дни празднования Наадыма, а также не нарушать законы. Инна Клоян, Буян Мангуш, Самбас Алчак, телеканал Тува-24. В текущем году за 6 месяцев общая задолженность потребителей республики за электро- и теплоэнергию достигла 1 миллиона 400 тысяч рублей. За электричество перед АО «Россети Сибири ТВЭнерго» и ООО «Дизель» сумма долга на сегодняшний день составляет 617 миллионов рублей. Юрлица задолжали 296 миллионов, а физлица – 320 миллионов рублей. Перед Кызылской ТЭЦ и предприятиями ТЭК-4 общий долг составил 784 миллионов рублей. У юрлиц – 100 миллионов рублей и у физлиц – 664 миллионов рублей. Между тем, с 1 июля произошло ежегодное плановое изменение тарифов ЖКХ. Стоимость электроэнергии выросла в среднем на 32 копейки за киловатт-час и составляет теперь 4 рубля 56 копеек и 3 рубля 19 копеек за киловатт-час в зависимости от категории потребителя. Когда дело касается купли-продажи земельных участков, необходимо тщательно сверять все детали. В противном случае миллионные вложения в строительство дома могут обернуться проблемами. В мессенджерах распространилось видеообращение жителей улицы Чагатайской города Кызыла, которых в ведомстве якобы обманули с получением земельных участков. Подробности далее. Мы уже третий год не можем добиться оформления наших участков, на которых мы построились по согласованию министерством, как многодетные семьи, как молодые семьи с детьми и как семьи членов специальной военной операции. Люди на видео, по информации Минземимущества Тувы, стали жертвами мошеннической схемы. Указанные земельные участки в Кызыле не предоставлялись ни физическим, ни юридическим лицам. Сегодня в социальных сетях распространяется видео, в котором якобы обманутые Министерством земельных и имущественных отношений граждане построили дома. Однако данное обстоятельство не соответствует действительности, так как данные граждане к нам не обращались. От имени данных граждан обращалось юридическое лицо, которому неоднократно были даны отказы в связи с тем, что у них нет правовых оснований на получение земельного участка. Соответственно, еще раз убедительно прошу граждан, прежде чем приобретать земельные участки, начинать какое-либо строительство, обращаться в Министерство земельных и имущественных отношений для получения консультации, либо проверки данного земельного участка, обратиться по адресу Калинина, 3/1, кабинет 323.
Ранее мы уже освещали эту тему. В холдинг ТВА Медиагрупп тогда поступило обращение адвоката Евгении Хертек, которая сейчас является фигуранткой уголовного дела и решением суда находится под стражей. На протяжении нескольких лет ЖСК «Дом», председателем которого я являюсь, пыталась законным способом получить от правительства Республики ТВА земельные участки. На уровне профильных ведомств для предоставления жилищно-строительного кооператива были определены земельные участки общим размером чуть более 10 гектар. Поскольку власти обещали предоставить землю, некоторые члены кооператива начали на ней строительство домов. Строительство начато на участках по улице Чагатайской. С активным разрастанием столицы и ее пригорода многие теряются в названиях новых улиц. Чагатайская находится недалеко от улицы Байхакской. В народе называют район за Верховным судом. В эту историю даже притянули инвестиционный проект, расположенный неподалеку, по которому ведется строительство таунхаусов. Министерство земельных и имущественных отношений вас уведомляет и повторно уведомляет, что при покупке земельных участков надо быть бдительными. В настоящее время расследуется несколько уголовных дел в отношении лиц, незаконно продавших земельные участки. В частности, данные лица утверждают, что в последующем они оформят вам данные документы, либо что они находятся на стадии оформления, получают от вас денежные средства, соответственно, и уже говорят, что вы можете уже строиться. Однако это не соответствует действительности, так как единственным документом, на основании которого вы можете распоряжаться земельным участком и в том числе осуществлять строительство, это является выписка из ЕГРН, в котором за вами зарегистрировано право собственности либо право аренды на данный земельный участок. Только тогда у вас появляется право начать строительство на данном земельном участке. Незаконная покупка, стройка дома и само проживание в нем рано или поздно будут выявлены. И только скрупулезное изучение, пополнение необходимых документов и их наличие на руках, также рекомендации и правовое сопровождение опытных юристов позволяет беспрепятственно и, главное, законно получить заветный участок для строительства дома. Министерство земельных и имущественных отношений официально заявляет, что земельные участки с кадастровыми номерами 23-08, 24-75 и 24-79 никогда не предоставлялись ни физическим лицам, ни юридическим лицам для строительства домов. Данные земельные участки и дома, находящиеся на данных земельных участках, построены незаконно. Очень важно при приобретении такого весомого имущества в жизни каждого человека, как земля, на которой он будет строить свой дом, соблюсти все процедуры, отвечающие требованиям закона. Не менее важно честность и чистота сделки. Поэтому Минзем имущества Тувы просит граждан, участвовавших в видеообращении, и тех, кто только собирается приобрести недвижимое имущество, записаться на прием к министру для получения консультации или проверки данного земельного участка. Расман Гуш, Буян Аюн, Самдам Бергит, телеканал Тува 24. Это были все новости к данному часу. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.